Привет, народ! Добро пожаловать на мои посиделки. У меня сегодня для вас совсем немного, но очень, надеюсь, хороших новостей по поводу сериала «Ведьмак». Во-первых, да, Мцири не черная. Выдохнули, все в порядке. Во-вторых, мы знаем, когда начинаются съемки. Так что вперед, берем чай, сейчас все будет. Буквально несколько часов тому назад на официальном канале Netflix, на их твиттере появилась информация о том, что к уже утвержденному составу добавилось два имени. На данный момент мы знаем 10 актеров, которые точно будут сниматься в сериале «Ведьмак». Мы знали, что Генри Кавилл будет играть Геральда из Риви. Надеемся, что не на компьютере будут дорисовывать ему усы и бороду, на самом деле он их отрастит, или, по крайней мере, это будет очень хороший мейкап. И сегодня нам добавили двух главных героинь. Актрис, которые будут играть Йеннифер, и кто будет играть Цири. И исходя из возраста и того, как они выглядят, мы можем примерно представить, в какой сюжетной плоскости мы будем находиться по сериалу. Итак, поначалу во все агентства была отправлена информация, что ищут на роль Цири афроамериканку или девушку азиатской внешности. Остановитесь! И интернет-сообщество сразу разорвало, все пуканы сразу же взорвались. Почему? Потому что... Этого не понял никто. Среди геймеров в Соединенных Штатах практически нет такого человека, который не играл бы Ведьмака. И я более чем уверен, что Цири появлялась в их эротических фантазиях хотя бы, ну, 1-2 раза уж точно. Когда ты говоришь, что ты играл Ведьмака 3, это одна из твоих любимых игр, ты сразу поднимаешься на 100-й уровень респекта. Почему? Потому что здесь абсолютно все любят эту игру. Первая стартовая аудитория, которая будет у этого сериала, это, конечно же, фанаты и игроки. Здесь повторится примерно тот же самый вариант, как был с «Игрой престолов». HBO в первую очередь делала ставку на любителей этого жанра фэнтези. В самый первый сезон смотрело очень мало людей, в основном только те, кто читали книги и которым фэнтези более или менее интересно. Уже позже этот проект стал, ну, такой ходовой и шаговый, который захватил абсолютно весь мир. Впрочем, это уже совсем другая история. Точно так же должно повториться с Ведьмаком, по крайней мере так думает Netflix. Они имеют свою определенную аудиторию, на которую они направлены. Это люди, которые играли в игру по Ведьмаку. Также это зацепит весь другой мир, который помимо компьютерных игр знает еще серию Ведьмака по книгам. Взять и поменять одну из главных героинь с белой на афроамериканку или азиатку, то это было бы чуть ли не равносильно самоубийству проекта. Но, по крайней мере, это подняло волну хайпа и привело достаточное количество информации и освещения в СМИ, что люди уже начали об этом говорить. Но не нужно беспокоиться, на роль Цириллы выбрана 17-летняя, хотя выглядит намного-намного младше девушка, зовут ее Фрея Аллан. И она будет играть Цири. По крайней мере, это та информация, которую я смог найти. Роль Йеннифер исполнит 21-летняя Аня Чарлотта. Кстати, заметьте, посмотрите на этих девушек, и можно согласиться, что они обе по-своему очень красивые, и в них есть вот эта европейская красота, что это не просто какие-то американские, голливудские смазливые мордашки. В этом сериале мы увидим королеву Каланте, это бабушка Цири, ее исполнит актриса Джадхи Мэй. Вы, скорее всего, можете ее помнить по «Игре престолов». Она играла лягушку Мэгги в флешбеке с Серсеей. Совершенно маленькая эпизодическая роль. Кстати, нужно обратить внимание, что практически все актеры, которые на данный момент набраны, у нас есть 10 человек уже точного официального каста. И практически все они уже до этого где-то снимались, но, как правило, во второстепенных ролях, потому что, мне кажется, большая часть денег, бюджета пойдет именно на оплату Геральда. Это элементарно. Муж королевы Каланте, Бьорн Харлдсон, тоже он очень известный в сериалах, которые были сняты в Исландии, но при этом он не такой уж известный в Соединенных Штатах.
Съемки сериала начинаются уже вот совсем скоро, на следующей неделе. 18 октября начинаются съемки, и они должны продлиться до мая 2019 года. Но говорится о том, что сериал должен выйти в 2019 году, но я в это не особо верю. Можете считать меня пессимистом, но если мы хотим хороший качественный продукт, я считаю, что пускай они не торопятся, а лучше поднажмут, сделают очень хорошие спецэффекты и уж подождем до 2020 года, тогда и увидим. Кто-то из вас может сказать, как это могут съемки начаться 18 октября, когда только вот на этой неделе утвердили двух главных героинь. На самом-то деле нужно не забывать, что очень многие сцены можно снимать только с одним Геральдом, а он нанят уже был давно. Какие-нибудь задники или какая-нибудь массовка. Кроме этого, примерно в то же самое время, когда наняли Геральда, наняли еще одну актрису, Милли Брэди. Она будет играть принцессу Ренфри. Кто читал книги, знает, что не все части это полноценные романы, что первые две книги, они состоят из маленьких историй. И одна из таких историй, она называется «Меньшее зло». И если вам интересно, можете пойти и перечитать. Я не хочу, чтобы это были для вас какие-то спойлеры. Но эта актриса добавилась в актерский состав очень рано. Так что поэтому мне кажется, что многие сцены с 18 октября будут сниматься между ней и Геральдом. Еще до конца непонятно, как именно будет построен сериал. Либо это будут монстры недели, наподобие, как вы помните, в секретных материалах. Мы видели, каждый эпизод был какой-то новый злодей. Примерно точно так же построены первые две книги о Геральде. У нас постоянно были какие-то монстры, какие-то задания, скажем, своего рода квесты. И может быть, это было бы более правильно сделать в таком ключе первый сезон для того, чтобы для игроков, которые привыкли к тому, что разные квесты, Геральт сражается с разными монстрами, то сделать каждый эпизод, как он сражается с каким-то монстром, но на заднем плане проходит вот эта основная линия, связанная с Йеннифер, связанная с высокой кровью Цири. Каким именно образом она оказалась этим детем призвания, связанным вместе с Геральдом. Также мы с вами, скорее всего, увидим Каэр Морхен, потому что были замечены скауты сериала «Ведьмак» в тех же самых районах, где снимали сцены с Джоном Сноу, когда он отправился за стену. Итак, каких еще персонажей мы знаем, набрали? Помимо того, что у нас будет бабушка и дедушка Цири, сама же Цири, Йеннифер, Геральт из Ривера, мы знаем, что будет принцесса Рефри. Также был нанят актер Адам Левай, он сыграет друида Мышавура, это помощник, советник короля Брана. История, ветка, которая связана с островом Скеллиге. Он друид, так что друидская линия нам тоже будет показана, что очень интересно. Кроме этого, еще есть три актрисы, которые будут играть чародеек. Это Тисая де Вире. Это самая, исходя из книг, это самая старая волшебница, самая углубленная жизнью. Но еще очень интересный момент, да, то, что я сказал, что Йеннифер, на роль Йеннифер взяли актрису, которой всего 21 год. Мы знаем, что Йеннифер на самом деле далеко не 21 год, но она благодаря магии поддерживает вот эту молодость. Мы знаем, что в мире ведьмака волшебницы могут жить очень-очень много лет. Поэтому Тисая была одна из самых старых волшебниц, которая прожила почти что 500 лет, прежде чем... Тоже не хочу давать спойлеры, если интересно, можете прочитать книгу до ее кончины, скажем так. Она прожила 500 лет, поэтому она будет в сериале. И еще две актрисы, которые будут, которых утвердили, они сыграют двух волшебниц, ее учениц, наставниц Сабрина и Фриджилла. Ну вот примерно такие вот новости у нас по «Ведьмаку». Если вам это было интересно, ставим, конечно же, лайки, пишем в комментариях для того, чтобы я знал, что стоит ли мне еще делать видео в направлении Ведьмака или нет. Ну а на сегодня мой обзор, разбор Дозора кончен. Всего хорошего. Пока.